Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, здорово, шизофрения, здорово всем, потому что мы полчаса начинаем эту серию, и чтобы вы понимали, насколько много людей у нас сейчас на сервере, и насколько много людей прямо сейчас с нами будут играть в прятки, башка взрывается, все тараторят в Дискорде, все что-то делают, все кого-то там, ну вы сами все видите. Короче, если хочешь продолжение, если хочешь, чтобы такая наркомания творилась как можно чаще, если хочешь, чтобы в следующей серии было еще больше игроков, или там 7, 8, 9, дай мне знать, поставь лайкусик, успокойтесь. Короче, кто последний напишет «чур не я», не в чат, тот «чур не я». Кто последний, тот ищет. Константин Петрович, ну ты немножечко по-грузински, как я понял, написал, да? Все, все заходим в Хайдера. Константин Петрович заходит в Сикера. Все, все готовы, все готовы. Мия, уйди, Мия, уйди, Мия, уйди. Все, Хайдер, вот сейчас начинаем. Вот сейчас все нормально по правилам, не то, что было первый раз. Так, куда, 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 куда? Так, сюда, 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 сюда. Опа! В кофе! Нет, подождите. А я могу сюда забраться как-то? Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. Да что-то громко-то. Константин Петрович, чтобы ты понимал, я тебе включил микрофон, ты можешь разговаривать. Да он что-то молчит. Мия! Это ты был? Здорово! Здорово, Мия! Мия, мне кажется, нас здесь никто не должен найти. И там... Опа. Мне кажется, ли мусорша нарахнулась на пол, да? Нет. Меня нашли. А тебя нашли. Мия, мы должны... Вот ты сиди ровно, давай не шевелись. Опаньки, если Мию я нашел, то значит Дисон. Да, ты сразу двоих найдешь. Хотя не. А может и не Мию нашел, вот именно. Кто его знает? Мия, сиди спокойно, сиди спокойно. Да ёханый ты баба, три человека осталось. Мия, нам нужно продержаться еще 220 секунд. Немало, немало. А Мустра знает, где мы прячемся? Знает? Нет, я не видела вас. Мия, молчи, пожалуйста. Опа, здрасте. Учите все. 178 секунд. Мия, сиди тихо, как будто мышка. Я не так молчу. Ты молчишь, а я не молчу, потому что я весь на нервах. Потому что, ну, как, ну, нас да, сейчас могут найти, если меня найдут, тебя тоже сразу же. А, блин, это хлеб. А, да, да, это хлеб был. Это не я. Мия, может, запустим фейерверк, как думаешь, или нет? Нет. Нет, хорошо, не надо. Нет. Вас слишком много, вас 5 человек, не могут найти двоих. Я понимаю, когда на прятках 4 человека. Сидим, может, нам выйти туда? Нет? Хорошо, сидим, 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 хорошо. У тебя есть морковка, Мия? Нет морковки. Кто нас нашел? Я. Аляша. Аляша! Я Кеня. Ты Аляша, какая Кеня? Ты до конца жизни сейчас Аляшей будешь. Не знаю, кто такой Кеня. Кого первого нашли? Кого первого нашли? Хлеб. Хлеб, хлеб, значит, ты Сикер. Так, все, все начинаем. Давайте. Хайдер. Потопали, 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 потопали. Куда, 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 куда? Я не знаю, куда бежать. Я не понимаю, куда бежать. Да в смысле, как? Стаси, как ты уже умерла? Вот там стой, вот там стой, вот там стой. Я, короче, в прошлый раз так бегал вокруг этой фигни, пока ты приходила мимо меня. Или тихо, 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 Аляша! Кеня. Аляша. Я не знаю, кто такая Кенни. Ты это... Кангарельда. Чё? Подождите, кто рипнулся? Сейчас Аляша на своём... Сейчас Аляша на своём... Ой, блин, Кенни на своём родном языке. Какая Кенни? Нет никакой Кенни, это Аляша. Ладно, он Аляша. Нет никакой Аляши, чё ты? Ты Аляша вообще. Аляша, вот именно. Аляша, вы заколебали. Да замолчите оба. Я видел, куда бежал, бежали утка и еще кое-кто. Кто? Вот только попробуй сказать, что я. Ну я видел. Что я куда-то бежал, да? Да влево побежал. Влево или вправо, я не знаю, куда я побежал. Так, хорошо. Хлебушек и Стасик уже ищут, да? Потрясно, потрясно, потрясно. Хорошо, хорошо.
Мия, мусор, как у вас там делишки? Я жива. Ты жива, это самое главное. Самое главное, хорошо. Я тоже покажу. Ой, мунстр. Оляшу. Ты никогда не будешь никакой Кенни, ты Оляша, успокойся. Все подписчики тебя уже знают как Оляшу. Сейчас давай, труба считана, давай. Алло, как так? Кто, как вы сдохли? Мне чуть сердечный приступ не зачем. О, кого я нашел? Как вы умерли сразу вдвоем? Стасик, ты их нашла? Мы стояли, тусили, потом опа, тусили. А как потом тусили? Бан, Костя, я шипер все время. Ты не шипер, ты идиот. Ты дебил, да. Так, хватит оскорблять бедного человека. Как? Он не человек, он андроид. Он андроид. Нет, он дебил. Ну, бейсболое существо, андроид. Пацаны, спасите, где? Бейсболое существо, это Оляша. Я тебе, знаешь, я... Да хватит, пожалуйста. Я сказал Оляша, а ты Кеня. Нет, он Оляша. Я Кеня. Какая Кеня? Подождите, объясните мне, пожалуйста, я, наверное, долго спал. Почему он резко стал Кеней? Кто такая Кеня? Короче, чекай. Краткая форма имени Никита и одна из них Кеня. Кто? И одна из них Кеня, да? Да. Поэтому я сказала еще, ты кто не надала. Кеня, ты Оляша, вот в чем прикол. Понимаешь? Ты никогда не будешь Кеней. Тебе мама дала с рождения имя Оляша, все, до конца жизни. Что делать, если не нравится твое прозвище? Умереть. Твоя дочка... Чё? Все, пожалуйста. Вот смотрите, кто первый сейчас скажет слово, тот кокошонце столетнего мамонта. Чё ты сказал, дебил? Он сказал, где Оляша? Да, я слышал, что он сказал. А, кстати, кто-то слово сказал. Ты сказал, я не считаюсь, я админ этого сервера. Давайте я матерюсь на грузинском. Не надо! Нас, может, из Грузии кто-то смотрит. Скажи, где ты прячешься? Да я нигде не прячусь, я вообще есть. Где я прячусь? Да. А еще тебе что сказать? Ну все, мы проиграли. Ааа, 2 секунды осталось, кто-то возле меня лазает! Где? Я выиграл! Подожди, Коля, как он туда залез? А как туда залез? Ла-л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 а-
Ладно, давайте я поищу в этой серии. Давайте я поищу. Я хочу поискать. Мустер, заходи за Хайдера. Нажимай. Прячьтесь 30 секунд. Учитывая то, что я вас так просто по полной программе. Давайте, давайте. Осталось 10 секунд, чтобы вы просто понимали, насколько все печально. Подожди, ты где? 5 секунд осталось. 4, 3, 2, 1. Опа-на! Как вы туда запрыгнули? Беги, 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 убежал. Бежал, быстро бежал. Да, ровесники были Аляша, которая хочет быть Кенни, но никогда ее не будет. Ты Аляша. Так, давайте, подчиненные, разбегайтесь. Кто здесь? Здесь 100% кто-то должен быть. А где Мия? Да, вот именно, я ее видел с самого начала. Она была с нами. Погоди, это же она, да? Или это не Мия? Она была с нами? Это кто сверху? Это Костя? Это Костя. Это Костя. Где она? Я видел ее тоже. Она на лестнице поднималась. Какой лестнице? Я убежал. Ну а куда она убежала? Я ее не видел. Вот она вроде туда убежала. Куда?
Или поможешь она снова? Идите в пиццу, мне кажется, она вот там должна быть. Да, конечно. Опа, хлебушек, где был хлебушек? Немножко другого. Где был хлебушек? Что, остались пацаны против девчонок? Так, здесь никого нет, кажется. В пицце? Кто в пицце? Пицце. В пицце проверил, там... Там никого нет, да? А, ну в смысле, в коробке от пиццы. Да. У меня глюны, мне показалось, что тут кто-то был. Так, хорошо, сейчас мы всех найдем, не переживайте. По крайней мере, должны. Но я уже один раз затащил, поэтому мне нравится. Эдисон, смотри. Чё? Сейчас, где ты там стоишь, иди влево, тупо влево. Вот они куда? Там. Куда в тупо влево? Видишь, что-то холодильник или что это? Иди туда, там кто-то... Слушай, а реально? Там вот за какими-то красными блоками там кто-то сидит. У меня, короче, не прогрузилось. За какими красными? Зайди вот этот холодильник. Ты чё, читер? Слышь? Как? Где монстр была? Читер. За красными блоками в холодильнике. Где? Смотри, иди сюда. Короче, где? Вот я вас не шкаф, читер, пикните его. Да он нет, подсказал. Мне не так, ищите. Тихо. Иди, ищи Мию в первую очередь. А почему? Подожди, я не нашла. Так, магия не прогружай, короче. Не прогружай. Так, здесь никого нет, хорошо. Потому что нужно тебя найти. В бутылке она. Давай. Посмотрите в бутылках. Так, сейчас мы все посмотрим. Да, посмотрите в бутылках. Я еще смотрю, кто слушает. Все, я кажется понял. Тут как-то надо повыше забраться. Да. Вот я там был первый раз вроде как. Был? Он иди туда, иди как раз. Я туда, уже тут, тут никого нет. Тут и хлебушек, здесь никого нет. А кто остался? Мия. Мия и Стасик. Ребят, у нас 80 Стасик секунд. Хочет. Ребят, 80 так, секунд. Смотрите. Тактика Мия, она за стулом сидит. Если так... это так, я офигел. Чего? А-а-а, куда? Ёханы баба, я умер. А прикинь, она реально там. А где она? Может, она за стулом сидит, как в тот раз? Да я не видел ее вообще нигде. Ну, посмотри за стулом. А вы проверяли в лабиринте? В лабиринте проверяли? Нет. Вы точно смотрели в лабиринте, да? Идите ко второму стулу кто-нибудь. Я вот к этому... Костя, где ты сейчас? Идите к стулу, кто-то, пойдите к стулу. Я возле стула, я уже на нем был. Не надо сюда. Никого нет. Да. Ребят, у нас 45 секунд, алло! Они в лабиринте сейчас. Кто в лабиринте? Я в лабиринте, здесь никого нет. Ты. Она говорит, изи победа. Мия, скажи, где ты, и мы на тебя побежим, и ты можешь выиграть. Я на... Где? Она в пицце, проверьте в пицце ее. Да, в пицце, а в коробке из-под пиццы. Мне кажется, она реально в пицце. Она и в коробке из-под пиццы проверит. А вдруг она в кусочке пиццы? Она может быть там. Вот, прям вот. Так, нет, идем, да? хорошо. Пацаны, я на пиццу выйду. А где ты? Я снизу, не иди сюда, не иди, ее тут нет. Где она была? Где ты, Мия? Наверх. Я же сказала, она на лестнице. Как ты туда забралась? Я говорил же. Как она туда забралась? Ладно. Я убежала. Да. Подождите, а где Стасик? Мне вот все время. Ладно. Сейчас интересно. А вот именно, а где Стасик? Стасик, ты, где ты была? Ладно, все, хватит. Я понимаю то, что... Нет. Я понимаю то, что вам... Еще. Нет. Нужно заканчивать. Серия уже длится почти 20 минут. Я сказал нет. Ставь лайкусик, если хочешь продолжение. Обещаю, как только мы наберем здесь 20 тысяч лайков минимум, сразу же выйдет следующая серия. Спасибо большое, что меня убили. Кто меня убил? Костин Петрович? Да. Ладно, бан, Константин Петрович. До свидания. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи. И всем пока.